Мне очень повезло в моей жизни. Я встретил человека, о котором мечтал всю жизнь. И я не скажу, что нам просто вместе. И что все, как в какой-то такой идеальной сказке. Но я просыпаюсь с чувством, что я благодарен жизни за то, что со мной моя любимая женщина. Я засыпаю с этим чувством. И я уже боюсь, надоел тем, что говорю все время это своей любимой Маше. Очень важно научиться получать удовольствие от жизни, жить в кайф. Без этого жизнь теряет смысл. Без этого возникает ощущение, что ты живешь напрасно. И что вся твоя жизнь может уместиться между двумя простыми цифрами – датой рождения и датой смерти. Если ты живешь в кайф, если тебя окружает вот такая природа, твои лучшие друзья, твое полной грудью ощущение жизни, тогда все это иначе. Надо в стороны. Ноги надо под себя. Ноги под себя. Давайте. Так, внимание. Раз, и... два, три. Еще раз. Я нагнула. И раз.